Некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда на Нового года одна маска продавалась за 1,50 рубля. То есть это беспрецедентный рост. И поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба мы послушаем Федеральную антимонопольную службу о принимаемых мерах, все исключения даны. Лицензии надо отбирать у них, то есть на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких. Хорошо. По каждой организации принять решение, то есть, хорошо. Чтобы неповадно было в следующий раз.